Зарядка со стражем порядка. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии присоединились к всероссийской оздоровительной акции. Полицейские совместно с общественниками от советов при территориальных органах проводят спортивные занятия для детей в общественных местах, образовательных организациях и летних лагерях. Цель акции – пропаганда законопослушного поведения, здорового образа жизни, и приурочена она была ко дню физкультурника. Ахмат Халкечев подробнее. Площадкой для старта акции на территории Карачаево-Черкесии полицейские и общественники выбрали детский летний лагерь «Лесной». На утреннюю зарядку с бойцами спецподразделения «Гром» МВД по Карачаево-Черкесии и сотрудниками отдела МВД России по Прикубанскому району вышли более 100 ребят и вожатых. Работа профилактическая с детьми, она как бы рассчитана на долгую перспективу. То есть дети приобщаются к здоровому образу жизни, в первую очередь, а во-вторых, видят сотрудников полиции в такой атмосфере, дружелюбной, общаются с ними, что вызывает в первую очередь доверие, а отсюда уже законопослушное поведение детей. То есть уважение к закону, уважение к сотруднику как представителю этого закона. Полицейские продемонстрировали школьникам приемы боевого самбо по задержанию преступников. Стражи правопорядка также рассказали о том, как обезопасить себя от преступных посягательств и быть в хорошей физической форме. Это было очень интересно. Я бы хотел сказать большое спасибо тем, кто пришли сюда и сделали это мероприятие для нас. Ведь это может очень сильно помочь в дальнейшем детям. Я буду защищать слабых и заступаться за девочек и за слабых. В продолжении темы здорового образа жизни оперуполномоченный управления по наркоконтролю МВД Республики Амина Хакунова рассказала подросткам о вреде наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством за незаконный оборот. На что в основном акцент делался в этой лекции? Чтобы вообще наркотики не употреблять никогда, не брать ни у кого и так далее. Соблазн был? Соблазн нет никогда. А чем это опасно? Опасно? Ну, не хотелось бы, как Майкл Джексон, умереть от передоза наркотиков. Представитель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Марк Кириенко, ветеран подразделения специального назначения, руководитель спортивного клуба военно-патриотического воспитания молодежи «Калибри», дал возможность детям продемонстрировать навыки стрельбы из пейнтбольного оружия. К тиру всегда интерес очень высокий, потому что в каждом ребенке есть момент азарта. Это все равно идет вовлечение детей. Вот. Дети, кто-то зажгется, кто-то построит свои планы. Вот. И получат, может, не все запомнят, но получат полезную информацию. Кроме нас, никто им не покажет, не объяснит, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо. Это очень важно. Подобные мероприятия проходят во всех районах республики, если говорить о Карачаево-Черкесии. Но акция всероссийская и проводится в масштабах всей страны. Было очень интересно впервые попробовать пострелять. Сколько попаданий? И сколько? 3 попадания было. А из скольки, я не помню, я не считала. Ну, хотелось бы пойти на военное, но, думаю, меня не отпустят родители. В завершении спортивного праздника полицейские и общественники вручили дипломы самым активным ребятам. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.